Короче, решил я больше этой херней не заниматься месяц, ты как-то захвата, блин, через ноутбук, потому что, во-первых, появляются какие-то артефакты, блин, на записи звука, и, опять же, мой компьютер, в принципе, все это вытягивает так в одиночку, так что, наверное, пока обойдусь такой записью, вот. Ну, а вам приятного просмотра. Ну что, продолжаем. Продолжаем продолжать. Ёпты. Я еще не на разогреве. Прошлую серию я записывал вчера. Остановился на этом моменте. Ну и сразу получил, блин. А вон он сидит, смотрите. Радёныш такой. Короче, есть преимущество, что наконец-то монитор я вернул свою на 120 Гц, потому что синхронизировать его через карту захвата. То монитор надо обратно, типа, 60 Гц ставить. Да. Он уже показал, что его стреляет там, не знаю, в стенку. Что граната сейчас сюда не залетела бы. Не. Откуда он, блин, взялся сзади? Вы поняли вообще, что произошло? Я не понял. Где он там прятался, я тоже не понял. А чтоб какой-нибудь жмышок сейчас не выскочил бы. Что-нибудь полезное у тебя есть? Никакой медицины у него особо там нету. Но, подожди, я подобрал его винтарь. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-бам-бам-бам. Выброси его, слушай. Еще один снизу. Так, давай быстро что-нибудь выброшу, чтоб перевесов не было. Они что, заспавнились снова снизу? Я что, окружен, что ли? Это после перезахода в игру было. У меня патроны вообще есть на дробаш? Пять патронов. Слушай, мне надо срочно переходить на что-то другое. Винтарь, что ли, твой подобрать, слушай? Давай дробик этот возьму, он вроде мощный, по идее, должен быть. Где он там? Возьму вот так. Один тут выброшу. Ну, типа этот ТС-ка, блин. У него калибр серьезный. Так, мы кого приговорили? Ты уже не можешь не радовать. Ах ты жопа. Едотек. Окей, я понял. Давай, рукава закатаем, говорится. Ты уже сейчас больше никто не выскочит. Я хильнусь немного. Я птичку захаваю. Плохо, что это дробовик, то типа надо как это вот так вот передергивать. То, что он мощный, то у него нет, нет. Блять, еще попадут в эту. Так, а тут еще что-то кто-то кричит. Давай, ты бежать можешь вообще, блин? Ладно, я выжил. Пока что я жив. Так, а тут пытается мне честинку прострелить. Я же оттуда никто не ёбнет. Блять, он еле ходит. Давай, мне быстренько проход надо нырнуть.
Ух. Ладно, пофиг на эту винтовку. Пофиг на этот дробовик. Я не знаю, говяные пистолеты давай. Ну а что делать? Перевес, блин, есть перевес. Захавать. Все, нормально, живем. Теперь более мобильные. Давай ты эту фигню отключишь. Он меня, блядь, через стенку шьет, ты прикинь? Читер. Сколько у меня хпшки, блин? У меня половина хпшки. Все нормально. Научная аптечка есть, живем. Его прям унесло, блин, на метра три назад. Стрелять я не хочу. Ну, типа, вроде меня не убили, значит, можно подхиляться. Ну, давайте, пока вы там подойдете, я ваших друзей подлутаю. Ну, там, того чувака подлутаю, этого. Так, там же никто, блин, не прятался. Ясно, они там за этой, за... за стенкой. Ну, барвиночек. Вот этот возьму. Патрики вот эти возьму, которыми сейчас стреляю. А, так. Па-па-пам. А где там этот шприц был с инъекцией? Восстановление здоровья. Давай на F4. Он перезаряжается. Давай. Прыгаем отсюда. Я там чайщелку пытается убить. Да, как-нибудь осторожно. Блин, да они имщики какие-то. Я сейчас гранату сейчас кинет. Где звук гранаты? Он только сейчас запоздало немного звук. Давай ты еще раз хильнешься. Как бы жить хочется. И подожди, опять-то музыка играет. Давай я по традиции потише сделаю. Ну, смотрите, куда он бежал. А я вот не убежал. Так, извиняюсь за сторонние шумы. Давай на уверенных щах. На уверенных щах. Давай звук потише сделаю. Ну, что поделать? Еще не разогрелся. Давай обходим. Он либо назад, он назад ушел. Ну
Но эта штука в уходе ваншотит, это не может не радовать. То есть ее можно использовать как основной дробовик. Ну, чисто за счет калибра. А, чем-нибудь еще подхиляться. Давай вот этим. Ладно, я посмотрю, пока подлутаю там. Что могу подлутать? Я уже все забрал. Так, 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 так. Ну слушай, здоровье почти полное, а че он это? Давай попей, поешь. Что тебе еще порекомендовать? Конь подшить бы, конечно же, было бы неплохо. 80, а у меня тут 76. Значит, что-то получше надо. Блин, это опять какой-то швейный набор, наверное, искать надо, да? Походу. У вас, может, есть. Молоток вроде бы к ремонту дает. Вот это что за винтовка такая? 762 на 51. Да, без прицела лучше ее не использовать. Так, ну что, хил есть. Это для винтовок. Так, подожди, да еще раз посмотрю. Так, вот какой-то швейный набор. 85, нет. Это уже поздно, как говорится. 61. Да, костюм. Труху, как говорится. Я вот думаю, чего мне вместо второго оружия взять? Сколько у меня там патронов есть доступных? Ну давай, вот 19 этих возьму. Чтоб, как говорится, было, что выхватить. Так, это я уже посмотрел все. Блин, если я тут подобрал винтовку. 762 на 51. Я хочу этот скар. Я определенно хочу этот скар. А, давай соединить прицел, заменить. Использовать, перетащить. Все, это мой новый фаворит. Это мой новый фаворит. Давай сейвик. Так, тут же врагов монолита больше не будет. А ну-ка признавайтесь, где вы там спрятались. Или все, закончились. Не, вот там вот они сидят стопудово. Угу, там фанило. Я не знаю, как он не умер. Конечно, горохом стреляю. Я не знаю, что это там за костюмы такие, бронекостюмы. Все нормально, живем. Перевооружились немного. Давай еще раз сейф. Сейчас выскочит какой-нибудь жмых.
Братан, ты подходи. Да не ты, блин. Чё звук слева? Я же там уже зачистил. Чё это за обманочка такая хитрая? Чё, давайте скарб, может, его испытаем. Он же заряженный. Так, и музыку давай. Музыку потише. Ну, кстати, этот скарб, он без лазера, но я не знаю. Вот это моща. Вот это я понимаю. Вот это вот то, что надо. Вот то, что я хотел. Такого берешь полный стак патронов. И все. И разматываешь, короче, этих дядек. Что у тебя там за пушка? А, пушка такая же. Ну, я сейчас подберу, наверное, и разряжу ее с тебя. Возражать, надеюсь, не станешь. Ну, у него она разбитая немного. Кстати, 84. Чем-то починить можно. 84, 85 вот этим. Подожди. А, 85, господи. Это, наверное, тебя надо брать, да? Ой. Взяли тебя. 87, а ты у нас 90. Блин. Блин. Вот это, наверное, тогда. 55. Ну, давай уже, починю уже. Плюс 93, мне надо что-нибудь, чтобы на 7% поднимало бы. Вот так. Не, ладно, давай вот эту вот смазку использую. Все, скорее почищен, вычищен, починен. Блин, главное сейчас дверь не могу тут закрыть. Ладно, фиг с ней. Ну чё, много нас тут будет ждать? Или оно уже будет считаться как зачищенным? Подожди, чё у меня по заданиям? Ну типа выключил я эту установку, типа и чё? Я находится в деталях. Подключить пси-установку. Типа я выключил эту фигню и теперь иди туда, отключай пси-установку, да? Нормально. Здесь у нас что за квест? Это милосердное убийство. Ладно, разберемся. Сейчас бы, короче, выбраться отсюда, с этой локации, в принципе. Там уже стемнело на улице. Я музыку потише опять сделаю. Фонарик, я думаю, можно уже выключить. Так, ну монолитов вроде новых не появилось. Так, подожди, а откуда я, куда я могу отсюда выйти вообще, этой локации? В рыжий лес? Так, мне в рыжий лес не совсем надо. Лабораторию X-19. На месте и склады. Центр Припяти. А что я там делаю в центре Припяти? В
Можно, конечно, сюда сходить, типа на затон. Ну и как это мне идти? Типа в рыжий лес. Через рыжий лес в окрестности Юпитера, через Юпитер на затон. Ну, в принципе, погнали, чё, в рыжий лес сходим. Вроде недалеко, вот прям отсюда можно пойти. Прям через ворота, я бы сказал бы. Сюда же, да? Господи, как же тут фонит переход этот. Мне что-то прошибает. Хорошо так. Сейчас посмотрим, сколько радиации накопало. Я вот не помню, это F8, по-моему, проверять. Сейчас бы горячей встречи не было бы у нас. Какие-нибудь там под рулем монолита. Давай сейф, давай карту посмотрим. Угу. Ну это мне наверх, да? В окрестности Юпитера. Вот куда-то туда мне надо идти. И музыку давай опять. Тише делай. Так, у нас аномальное поле, походу. Ну, я обхожу бочком вроде. Да и фонарик еще врублю. Детекторы тут не работают. Артефакт хрен найдешь. Главное сейчас в аномалию какую-нибудь не вляпаться, да? Вот, пожалуйста, аномальное поле. Аномальная вертушка. Тут все походу в этой вертушке. Че, пока надо похавать, наверное, что-нибудь, да? Че у меня там из еды есть? Не похоже было на части мутанта. Так. Слушай, ничего такого прям я не вижу. Чем перекусить. Вот есть тут, конечно, вот. Да, ищу. А он все равно есть хочет, слышь. Давай водичкой запью. Так, ну и как-то бы немного свериться, не помешало бы. Так. Ну сейчас вот ровно вот туда. Ну просто мне тут пригорчик надо обойти как-то. Я же тут обойду, блин, чтобы не вступив в аномалию, да? Фиг я тут обойду. Придется обходить аномалию с левой стороны. Так, братва, вы кто, блин? Уж не монолитовцы. К тому же и с колоссом сражается. Блять, какой нахрен мужик, это ебучий монолитовец. Колосис? Я тебе помочь хотел, в результате ты стоишь, смотри, раком вот. Что-то пошло не по его плану явно. Так, уже больше колососов не обитает. Давай, срежу тут. Ебать, братан. Угомонил немного мужика.
Так ты ж один там был. Так ну его нахрен. Так, я не то взял, я хотел туда взять. Ну правильно, двигаюсь мне, короче, туда надо. Запыхался уже бедный. 92 килограмма тащит. А все нужно, а что? Так, а что мне тут пистолет делает? Утрепанной жизнью. Так, еще. А, еще один жмут, что ли, сидит? Или это старый подбежал? Я пойду отсюда. Короче, эту пушку на чуваков. Вырик на зверье всякое. Неплохо ваншотит даже сильных мутантов. Я даже такой подумал, может муху продать. И, типа пушка тут находится в хорошем состоянии. Нафига мне, короче, держать 110 пушек, да? Давай, прикуплю. Все, прощай, мухка, прощайте, пистолеты. Прицелы ненужные. Ну, 57 тысяч. Что это у тебя за винтовка? Ряка, нифига себе. Слушай, братан, а есть чем костюм подлатать? У меня 72%. 65%. 75, а у меня 72, да? То есть пока вот этот приоритете. Ну давай, беру вот эту, да? Беру вот эту. Сколько ты буз даешь? Бонус лимонта плюс 3%. Это что за фигня? ПБС для маузера, насадка. Ну, маузером мы вроде не пользуемся. Так, вот оно. Плюс лишний верблюжий горб. Нет, давай плюс молоток. Ага. И теперь чиним стандартно. 86. 80. 70. Вот этим. Плюс вот это. Давай шлемак еще надо подремонтировать. Подожди, а шлемак у меня сколько процентов? 58. Так, это плохо. Прямой дороги тебе, парень. Да-да-да. А у тебя получше ничего и нету, да? А за сколько ты мне отремонтируешь? Шлем мой. 10 тысяч. Сюда. 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 Ну, блин, дорого. Я бы костюм бы мой улучшить. Грузоподъемность плюс 5 килограмм. Сюда. Химзащита. Ну, давай уж. Вот эту. Защита от разрыва плюс 5. Вот это давай. Ну что, нормально, что, более живучими будем. Так, слушай, ты мне, может, заберешь эти калибровки, вот эту вот ляпу. Глушители вот эти вот забери. Так, мне столько. А мне, в принципе, не нужны эти светильники больше. Ну что, все получается, да? Мы слили вес лишний. И, наверное, на этом давайте закончим серию. Пойдем уже
В следующей серии. Или как, короче. Спасибо вам за просмотр. Подписываемся, ставим лайки. Всем пока.